Без нарушений прошло голосование, и в Алматинской области от региона баллотировались двое. Участвовали 322 выборщика, за процессом следили 5 международных наблюдателей из России и Молдовы, а также доверенные лица кандидатов. У нас подобных непрямых выборов не проводится, но постоянно происходит дискуссия о том, насколько целесообразно, актуально. Вот, на наш взгляд, выборы прошли очень открыто, организованно. У нас никаких замечаний нет. Все полностью соответствует законодательству, выборному законодательству Республики Казахстан. Избирательная комиссия, члены избирательной комиссии очень компетентны. Раньше в Казахстане был, вот всегда в Казахстане, выборы проходят организованно. И, собственно, они всегда соответствуют законодательству.